Привет! В этом видео я вам покажу, как вырезать сложный объект в Photoshop. Мы будем работать на примере вот этого жестокого человека, который я нашел в интернете. Так, первым делом нужно выбрать быстрое выделение, далее мы должны его выделить полностью, нашего человека. Главное вообще не забыть любую деталь, которую вы заметите. Это вы можете понять вот по вот таким вот муравьям, которые ползают сверху вниз. Если они ползают там, где вам не нужно, значит, вы выделили что-то не до конца. Выделяем это полностью. И далее черед волос. Для этого мы переходим в выделение маска. Проверяем, все ли у нас в порядке в том месте, где у нас волос нет. У нас все в порядке, поэтому можем приступать. Выбираем кисть для уточнения волос и проводим по текстуре наших волос, нашего человека. Главное это делать аккуратно, чтобы не вышло такого, что волосы у вас стали полупрозрачные в местах, где вы выделяли их. Поэтому, чтобы этого не допустить, выделяйте вот эти места не рядом с краем, чтобы у вас случайно фон не засчитался как за объект восстановления. Да, и таким образом мы выделяем все волосы. Видите, у нас самые мельчайшие кончики волос вылезаются. Так, вот я о чем говорил. У меня тут возникла ошибка. Далее мы можем сделать то же самое и с бородой. Мы также выделяем с центра бороды до ее края. Вот наш человек готов. Это до него у нас буквально одну минуту нашего времени. Также мы можем выставить умный радиус и очистить цвета, но я не рекомендую так делать, иногда это может быть только в худшую сторону из-за таких артефактов. Можем сместить край на 1% и увеличить контрастность тоже на 1-2%. Нажимаем ОК. Далее выбираем наше выделение и вырезать на новый слой. Удаляем наш фон. И готово, наш человек без всяких белых линий, ну практически, стоит у нас на фиолетовом фоне.